Автокараван, посвященный 350-летию со дня рождения великого оратора и общественного деятеля Казыбек Бей, прибыл в Тарас. Его участники возложили цветы к монументу 550-летия казахского ханства. После небольшой концертной программы они посетили историко-культурные места региона. Напомню, автокараван стартовал из Карагандинской области. В его составе 28 человек. Они уже посетили Кызылординскую, Южно-Казахстанскую области, а также Узбекистан. Из Тараза автокараван отправился в Балхаш, а финиширует он 30 августа в Караганде. Дружба, единство и межэтническое согласие – главные составляющие нашей страны. Неотъемлемой частью является и богатое наследие наших предков. Поэтому основной целью мероприятия является развитие национальных обычаев и традиций, а также укрепление образа личности Казбек Би в сознании молодежи.